Я приветствую вас, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Вот такую подборочку хочу предложить вашему вниманию. Это Незельбер от замечательного уральского мастера. Давайте начнем потихонечку смотреть. Красота из красот. Огненный кварц. Смотрите, вот он идет с переливами, с радужкой. Великолепные камни, шикарные. Вот она, радужка. И на этом на колечке идет. Колечко стоит 1500 рублей 18 размера. Серьги 3000 рублей 9,3 грамма вес одной серьги. Смотрите, вот она, радужка. Вот. Показываю высоту камней. Вот такой объемный комплект. Швензы на любой прокол и на любую мочку, но, к сожалению, без занижения штифта. Розовый кварц. Высочайшего качества. Прозрачный. Смотрите, он идет... Вот когда лежит на белой подставочки, он, видите, немножко другого показывает, немножко другого тона. На самом деле, вот одного тона, и вот так будет у вас на ушке. Розовый кварц прозрачный и очень красивый. Камни не маленькие, камни объемные, высокие. Колечко 2000 рублей 20 размера. Смотрите, колечко я могу еще увеличить, если будет нужно. Уменьшить, к сожалению, ну, наверное, не очень получится. Серьги 4000 рублей, 9,7 грамма, вес одной серьги. Швензы стандартные, без занижения штифта, на любую мочку. По вашим многочисленным просьбам, кварц с включением Шерла. Вот такой набор. Наборов у меня несколько. Вот они все примерно одного качества. Они все прозрачные. Вот с такими включениями кристаллов Шерла. Колечко стоит 2000 рублей. В данном случае 18 размера. У меня есть размеры. Вот 18 перед вами, 18,5, 19 и 19,5. Все, пожалуйста, по размерам пишите, звоните, будем определяться. Серьги 4000, стоимость серег, вес одной серьги 11 грамм. Вот я сейчас показываю высоту камней. Камни не маленькие, от слова совсем. Давайте я покажу, чтобы хоть примерно понимать, что будет у вас на пальчике. Вот так. Ну и серьги тоже. Красота. Так, и кому не хватило подвесов, у меня есть еще два подвеса по 2100 рублей. Очень похожие вот на этот набор. Это флюорит. Шикарнейший розовый флюорит, колечко 18,5, стоимость 1900 рублей, стоимость кольца. Серьги 12 грамм, вес одной серьги, 3500 рублей. Вот истинный цвет флюорита и высота камней. И тот же самый эффект, смотрите, вот. Когда лежат на подложечке серьги, на подставочке, они кажутся немножко другого тона. На самом деле, ну вот, все перед вами, все одинаковое и все очень красивое. Итак, наша с вами планшетка. Значит, организована каким образом? Размер 17, 17,5, 18, 18,5, 19. И 20 размера вот этот набор. Начнем с малого. 17 размер и
великолепнейший огненный кварц. 3500 рублей. Эта модель называется виноградная лоза. Яшма леопард. 1900 рублей. 17 размера. Так, померить не померю, но вот смотрите, примерно вот, вот соотношение к руке. Размер 17,5. Сказочный просто сердолик. Колечко стоит 1800 рублей. К кольцу есть вот такие серьги. Вес одной серьги 5 грамм. Смотрите, они полностью одинаковые по цвету и по тону. Серьги стоят 3500 рублей. Колечко 1800 рублей. Красота несказанная. Размер 17,5. Еще огненный кварц. Вот в таком замечательном, шикарном кольце. 17,5 размер. Стоимость 3500 рублей. Виноградная лоза. Называется модель. Цитрин. Урал. Шикарнейший камень. Шикарнейший. Стоимость его 1800 рублей. Размер 17,5. Лимонного цвета. Покровитель бизнес-вумен и предпринимателей. Сказочные серьги. 3,2 грамма вес одной серьги. Вот так. Это разноцветный моховый агат. Красота из красот. Серьги стоят 3000 рублей. Шикарные, шикарные серьги. Так, эти серьги называются Хриза Опал. Камень называется. Камень в серьгах прозрачный. Вес одной серьги 5,2 грамма. Смотрите, вот такой роскошнейший камень. Вот так, с обратной стороны, длинная швенза. 5,8 грамма, простите, вес одной серьги 5,8 грамма. Стоимость серег 4000 рублей. Великолепнейшие камни. Так, второй ряд. Солнечник. Смотрите, какая иризация. Солнечник есть у меня набор, если кому-то интересны серьги. Ну вот что-то опять не получилось показать этот набор. 1800 рублей стоит колечко. Это бычий глаз. Сказочный камень. 1300 рублей 18 размера. Вот так будет на ручке. Очень хороший камень. Хризопрас яблочный, Казахстан. В великолепнейшем исполнении. 3000 рублей 18 размера. К этому кольцу у меня есть серьги. Если нужно, пожалуйста, я покажу. Но невозможно все показать в одном видео. Хочется и то, и то, и то. Перит в породе 18 размера. Он идет на подложке 2000 рублей. Двойная шинка. Чтобы понимать истинные размеры камня, вот смотрите. Очень стильное кольцо. Красота из красот. Горный хрусталь, чистейший, по крайней мере, вот чуть-чуть, вот ближе к донышку камня видны, вот смотрите, вот такие как паутинки, видите, вот они, и все, 1800 рублей стоимость этого шикарного кольца, сказочный, вот такой высоты объемный высокий камень. Так, давайте покажу, наверное, горный хрусталь на ручке. Так, красота из красот.
Еще виноградная лоза и камень, желтый флюорит. Полосчатая структура очень интересная и камень очень хороший. 3500 рублей вот так будет у вас на ручке. Ну вот как по мне, так это все-таки моноукрашение. Ну, такое все внимание будет на вашу ручку. Письменный гранит. Тоже сказочный. В сказочном исполнении. Очень стильный. Очень. 2500 рублей 18 размера. Вот так стильно будет у вас на ручке. Так, третий ряд. Океаническая яшма зеленая. 3000 рублей, размер 18,5. Смотрите, какая интересная шинка. Широкая, и колечко не будет болтаться на пальчике. Вот такой огромный камень. Больше, чем у меня фаланга. Агат прозрачный, мерцающий, смотрите, с эффектом изменения рисунка. 2000 рублей, размер 18,5, двойная шинка. Еще агат, смотрите, прозрачный, светится изнутри. Глазковый, 2100 рублей, двойная шинка. Красота из красот. Виноградная лоза с малахитом. Шикарный малахит. И великолепное исполнение. 18,5. Вот так это будет малахит на подложке. И вот так будет у вас на ручке. Давайте вместе посмотрим. Колечко ближе к 19 размеру. Скорее всего, потому что, ну, шинка тонкая. Поэтому больше мерит кольцо. Сказочный сердолик Урал. Вот в таком интересном обрамлении. Стоимость колечка 2000 рублей 18 размера. Вот так на ручке. Оно, вы знаете, кольцо, камень небольшой, но притягивает весьма и весьма. И к нему есть у меня вот такая брошь. Вы знаете, вполне может составить вот такой совершенно неплохой ансамбль. Вот я бы сказала, 1800 рублей. Вот так это все с обратной стороны. Камни прозрачные. Вообще сказочные, конечно, камни. Что там говорить. Хризопрас великолепнейшего качества, яблочный, без включения белых облачков, белых пятен. 2500 рублей, 18,5 размер. К этому кольцу у меня есть вот такие серьги. Можно вместе, можно отдельно. 4000 рублей стоимость серег. Красота из красот. Вес одной серьги 2,5 грамма. Так, размер 19. Сказочный глазковый агат. Колечко ближе к сердолику, но по-любому это группа халцедонов. И сердолик, и агат, и корнеол. Это все разновидности агата. 2300 рублей 19 размера. Кольцо большемерит, идет 19-19,5. Вот так, за счет незамкнутой шинки. Видите, вот здесь вот за счет этого кольцо больше мерит. Обратная сторона и вот такое очень интересное обрамление. 2100 рублей. Это аметист шеврон 19 размера, двойная шинка. 1800 рублей. Великолепнейшее кольцо. И к нему есть сказочный вот такой подвес. Посмотрите на высоту камней.
Подвес стоит 1900 рублей. Вот так. Могут тоже составить вот комплект. Глазковый агат. Красота. 2100 рублей. Вот в таком исполнении. Колечко небольшое, но очень яркое и притягивает взгляд. А еще обладает всеми свойствами глазковых агатов. Убирать с глаз негативные моменты. И все, что очень нам нужно. Смотрите, это чароид. Игольчатая, мелкоигольчатая структура. А 2300 рублей камень на подложке. Тоже камень очень большой. Больше, ну, чуть наравне с моей фалангой. Вот так. Еще одна сказка. Розовый агат. Камень обладает мерцающим свойством. Смотрите. И свойством изменения рисунка. Сказочный камень. 3300 рублей. Вот такая фантастика. Хочу обратить ваше внимание именно на такое исполнение. Это не изильбер в чернении. Так вот, вы знаете, на взгляд никто не скажет, что это не серебро. Настолько вот похоже, вот что называется, один в один с черненым серебром. Вот так с обратной стороны двойная шинка. Это индийская или змеиная яшма. Вот если приглядеться, здесь тоже можно найти и дельфина, и рыбу, и чего только. Вы посмотрите, и дракон, и очень много здесь всего. Прям вот кишит камень вот такими замечательными. Смотрите, вот прям дельфин, вот он. Вот. Вот с клювом кто-то. Вот еще чей-то глаз. Да, занимательная, конечно. Очень занимательный камень. 2500 рублей и двойная шиночка. 19 размера. Вот так. Смотрите, больше, чем моя фаланга. К этому кольцу есть у меня вот такой подвес. Можно купить отдельно. Все, пожалуйста. Подвес стоит 2000 рублей. Красота из красот. Подвес немножечко больше. Но у меня их несколько, поэтому можно выбрать. Так. И хочу показать вот такой морозный комплект. Колечко 20 размера. Стоимость его 1800 рублей. К этому кольцу есть вот такие серьги. Но если кому-то нравятся, допустим, серьги, пожалуйста. Кому-то кольцо тоже, пожалуйста. Серьги стоят 3500 рублей. Вес одной серьги, по-моему, 7 грамм. Не написано, но я взвешу, кому будет нужно. Вот так. И, ну, давайте вот отсюда начнем. Великолепнейший подвес, прозрачный, моховый агат. Вот в таком исполнении. 3500 рублей. Агат прозрачный. 8,
Нет, простите, 10 сантиметров длина подвеса. Так, еще подвес. Это сказочный дымчатый кварц, 1800 рублей. Двояко выпуклая линза, шикарнейший подвес. Шикарный, темный. Так, это я показывала, подвес с шевроном. А вот эти три камешка, это зеленые бериллы уральские. Малышевское месторождение. И вот такая брошь. Стоимость ее 8000 рублей. Вот так она застегивается. Камни вживую имеют травяной оттенок. Камера добавляет им немножко голубого. На самом деле они, ну, ярко-зеленого цвета. Вот так. Вот на этом я хочу и закончить свой сегодняшний показ. Будьте здоровы. Всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.